Всем привет, это Сергей Буря, и это Fish Time, невыдуманные истории на канале Буря Лайф. Ну, бред. Да не, короче, на самом деле, сейчас я нахожусь на работе, вот у меня долбят, как всегда, блядь, как будто на стройке, сука, работаю. Ну, дело не в этом, дело в том, что сейчас была смешная история. Пришли ко мне, значит, мужчина и женщина, ну, муж с женой, они, не знаю кто, и стоят такие молодые, что парень, что девушка. Говорит, а у вас есть мойва? Я говорю, да, мойва есть, по 80 рублей за килограмм, дальневосточная, ну, наша российская, типа. Ну, она такая крупная, не крупная, я говорю, ну, такая среднего размера, типа там. А, говорит, а девочки, типа, поди там. Я говорю, ну, икриная, да, попадается много. Мужик такой говорит, клево, я типа буду, ну, с икрой люблю, типа. Она такая, я не буду есть с икрой, она ему говорит. Он такой, типа, а почему, типа, ты не будешь есть с икрой? Он такой, она такая, ну, типа, говорит, ну, это же девочки. Он говорит, так и что, это же, ну, типа, икриная, вкусная мойва. Она такая, я что, лесбиянка, что ли? Он такой, а я не буду есть мальчиков. Она такая, почему? Он говорит, потому что я не голубой. И все, и они разошлись. Они просто тупо взяли и ушли. То есть они ничего не купили, они друг с другом типа поссорились. Одна не захотела есть девочек, другой не захотел есть мальчиков. Что за бред? Это рыба. Алло, ребята, это рыба. Просто рыба. Причем здесь лесбиянка или причем здесь голубой? Еще такие слова. Я что ли голубой? Голубой, блядь. Пиздец, я реально как выпал. Думаю, что это сейчас такое было? Ну вот так, невыдуманная история, которая произошла вот прямо здесь и сейчас. Такое тоже бывает. Ну, идиотов хватает, как говорится. И всем удачного настроения. Я пошел дальше работать в рыбе.